Я хотел быть замечательным, гениальным музыкантом, пианистом. Я думал, я представлял себя сидящим в огромном концертном зале, зале имени Чайковского. Сидят старушки все, такие старички, профессора консерватории, именитые музыканты. А я за роялем, я беру последнюю ноту, кровавая тишина, я встаю, и буря аплодисментов, и цветы, и цветы. Этот сон снился мне много-много раз. И что же вышло? Сергей Курехин обратил на себя внимание поначалу как джазовый музыкант. Блестящий пианист, он играл неортодоксальный авангард на фестивалях тогда еще Советского Союза и выпускал пластинки на британской Leo Records. До этого было увлечение роком, к которому он и вернулся в середине 80-х. Сначала влившись в аквариум его золотой поры, а затем придумав уникальную мультимедийную поп-механику. Я одновременно любил вещи, по-моему, в то время, как оказалось, взаимно исключающие. Потому что люди, которые любили рок-музыку и поп-музыку, они не слушали джаз вообще. Это два каких-то несовместимых типа мышления. Я довольно органично себя ощущал и в той среде. С другой стороны, потом уже начали немножко смещаться акценты о том, что джазмены говорили, типа, курёхин рок-музыкант, там, надо играть рок, пусть там рок и играет. То же самое говорили, с аквариумом играет джазовый музыкант Курёхин. Единственное, что осталось в искусстве, это вот отсутствие обыденности. И как только искусство приобретает такой характер постоянной работы систематической, оно сразу теряет всякий смысл. Искусство без катарсиса абсолютно бессмысленное. Если оно без катарсиса, это просто набор формальных приемов. Потому что очень хочется какого-то катарсиса, очищения просто. Должно быть, неважно, какое оно, хочется душевного волнения. Механика, наверное, высшее достижение мастера. В ней поразительным образом сплелись элементы рока, джаза, фольклора, серьезность классики и шутовство клоунады. Ко всему этому примешивался неудержимый восторг ребенка. Как будто после долгого наказания Курехин оказался перед бесконечным развалом когда-то абсолютно недостижимых игрушек. От диких зверей до военных духовых, от эстрадных звезд до симфонических оркестров, от гигантских хоров и балетных труб до грузовиков с танками. Я много лет выращиваю в себе шизофрению. Я много лет выращиваю в себе... Сначала выращивал себе двоих людей. То есть два несовместимых, два взаимно исключающих, но сосуществующих в моем организме два человека. Сейчас я уже дошел до такого уровня, что во мне порядка человек 60 где-то присутствует. Они каждый обладает своим характером, своей жизнью, своими привязанностями, способностями. Они просто используют мое тело в качестве как бы тела. А так они дружат, они ссорятся, они общаются между собой. А я – это такое нечто, такое как бы несуществующее. Я – это вот такое
совокупность всех этих разных людей внутри себя, но меня как такового нет. Курехину скучно было заниматься чем-то одним, быть только музыкантом. Он активно работал в кино. Создал не только замечательную музыку к фильмам «Господин оформитель», «Замок», «Над темной водой» и многим другим, но и безумные актерские работы в «Двух капитанах 2» или в фильме «Лох, победитель воды». Будучи в советские годы невыездным, с началом перестройки Курехин моментально распространил свою деятельность и на Запад. О нем снимали фильмы, его поп-механика выступала по всему миру, а друзьями и единомышленниками стали Джон Кейдж, Фрэнк Заппа, Джон Зорн, Генри Кайзер. Легендарная мистификация «Ленин грипп» в один миг сделала Курехина национальной знаменитостью. Сергей Курехин был человек-праздник. Его внезапная и безвременная кончина вызвала шок. А спустя год возник фестиваль «Скиф» — безумный, яркий и непредсказуемый праздник музыки. Мне очень важно, чтобы музыка была свежая. У меня ощущение свежести, вот я нашел это слово, очень радуюсь ему. Ощущение свежести для меня в искусстве и в музыке особенно самое важное. Получилось так, что я родился в такое время, когда... То есть я рос параллельно с развитием рок-музыки и частично с развитием джаза. То есть я еще застал то время, когда эти два течения еще как-то развивались. Ну вот, скажем, для меня появление новых пластинок «Битлз» это было, там, скажем, не какое-то историческое там что-то, а вот они выходили, вот я ждал появления новой пластинки «Битлз». Знаете, когда она выходила, это вот ощущение живости, ощущение жизни, оно очень важно. Если бы рок-музыки не было, если бы она, скажем, прошла мимо меня, я не знаю, я бы, наверное, не стал музыкантом. Террора российских властей, угнетенное население Южной Африки отвечает растущим сопротивлением. Ожесточенные столкновения с карателями проходят в большинстве африканских гетто. В Орландо и Диеп-Клофе манифестанты забросали полицейские броневики камнями и бутылками с зажигательной смесью. Международному году мира посвятили свой фестиваль молодежь и студенты Октябрьского района. По всей стране проходят массовые манифестации молодежи. Завершил фестиваль концерт политической песни с участием иностранных студентов, обучающихся в нашем городе. Это были песни борьбы и протеста, песни мира и дружбы молодежи всей земли.
В начале самом перестройки у меня было ощущение такое, что сейчас искусство наконец получило полную свободу, и что оно сейчас действительно воспарит, и что люди, которые по традиции называются творческими людьми, они должны делать какие-то невероятные вещи. Я еще не знал, какие, я не мог сказать, потому что нельзя говорить о будущем в конкретных каких-то формах. А потом поп-механика — это не совсем музыкальное явление, это скорее такая лаборатория по исследованию отношения индивида и общества. Поп-механика строилась по принципу дружбы, когда поп-механика собирала всех друзей. Вот, и она несла определенный духовный заряд, духовный. Чушь собачья. Космос тебя не окружает вокруг. Тебя окружает то, что ты видишь, те люди, с которыми ты общаешься. И говорить о том, что Боб менее значительный, чем, скажем, какой-нибудь там Джимми Хендрикс, это... Я с тобой, Коля, не согласен. Ты наивен! Ты веришь в то, что здесь может быть взрыв колоссального искусства, которое может захватить все... Да. Все человечество, весь мир. Да. Веришь в это? Да. Я не верю. Я верю. Я верю, друг друга. Иначе конечно. Не имеет смысла вообще что-либо делать. Наслаждаться чужими победами и счастьем чужим, их достижениями. Это не верить в себя, чужим? Не стараться ничего сделать самому. Все люди братья. Я не хиппи, Коля. Чужим? Я не хиппи. Добрый вечер, дорогие телезрители. Начинаем беседы о наркотиках. Наркотики бывают. Прости. Давайте сотрем. Добрый вечер, дорогие телезрители. Наша сегодняшняя беседа посвящена гомосексуализму. Гомосексуализм бывает разный. Такая, знаешь, три таких начала разных. Да, прости. Мы находимся на съемках фильма Сергея Дебишева. Фильм приключенческий, я бы даже сказал исторический. Все действия происходят в Китае. Два отважных белогвардейских офицера попадают в одну тайваньскую деревеньку. Меня всегда интересовал больше всего вопрос духовности. То есть сейчас был занят созданием общества содействия развитию духовности у животных. Вот. И также комитета, даже не комитета, я бы сказал, фонда по... Фонда помощи духовным инвалидам. На помощь им приходит внезапно ожившая мумия Карла Маркса. И Карл Маркс при содействии африканских пигмеев выручает спутников от смертельной опасности. Все заканчивается сценой вакханалии в гробнице фараона. Спасибо. Все.
основное в джазе, основное вообще в советской, в русской культуре, это безумие. И только безумие может внести тот дух русского. То есть можно играть любую музыку, можно петь романсы, можно петь итальянскую оперу, можно играть диксиленд, можно играть африканскую музыку, тибетскую. Но это все будет оставаться той самой музыкой, про которую я говорил, пока туда не вносится элемент безумия. Как только туда вносится элемент безумия, это автоматически становится русской музыкой. Простите, пожалуйста, отбросили эти глупости. Я очень рад, что вы посетили меня в моей мастерской. Вот. Сейчас здесь постоянная выставка нашего замечательного художника Виктора Тихомирова. Вот. И, как вы видите, эта работа называется «Взятие Смольного». Очень красивая работа. Такая «Взятие Смольного зимой». «Взятие Смольного зимой за день». За деньги. Я не могу. Дело в том, что для того, чтобы как бы мне говорить, мне надо сначала себя привести в определенное состояние. Ну, многие, скажем, засаживают стакан водки, предположим, чтобы почувствовать себя так уверенно, нормально. Кое-кто засаживается наркотиками, кое-кто наедается до отвала, до такой степени, что уже не станет соображать, а таким образом снимает стресс. А мне нужно как бы собраться и всю свою мозговую деятельность как бы привести в определенное соответствие со своими... параноидальными способностями. Это прийти в состояние такого параноидального потока сознания. Меня волнует вот какой вопрос. Понимаете, существуют различные способы самовыражения. Но вы не задумывались над тем, что существует элементарная этика поведения на эстраде? А что такое этика? Мы что-то делаем неэтично? Я немного не понимаю. Нет, объясните мне, пожалуйста, вот... Про что эта музыка? Ваша концепция. Хорошо. Все прекрасно. Минутку, минутку. Мне кажется, приведи сюда какого-нибудь человека, ну, маломальски разбирающегося в музыке. Он также сможет нажимать на клавиши и то же самое вытворять, понимаете? Вы знакомы с творчеством Шнитке? Да, хорошо знаком. Да? Так вот, здесь не нам с вами сейчас решать о том, что с ним делать и как с ним быть. По-моему, это должны, об этом должны подумать в Министерстве просвещения, в Министерстве культуры. Чтобы эфирное время не предоставлять площадку вот таким подобным явлением, не предоставлять. Это, если хотите, революция чувств. И эту музыку надо не понимать, а именно чувствовать. Но люди разные, по-разному воспринимают. Спасибо. Чтобы как-то предварить дальнейшие вопросы, что о содержании этой музыки. Вся музыка, которую исполняет сегодня ансамбль «Популярная механика», это музыка любви. От начала и до конца. Искусство, оно же принято считать, что искусство должно будоражить чувства, особенно музыка. Музыка меня интересует как знаете что, как что-то, которое можно не выражать словами. То есть замечательное искусство, действительно самое высокое искусство. Потому что оно говорит что-то, но непонятно, что говорит. Можно и тупо говорить, конечно, что музыка – это язык чувств и прочее, но это как бы частично это да, но хочется как-то формулировать по-другому. Музыка вот так, говорит что-то важное, все ощущают, что музыка говорит что-то важное. Все же слушают музыку, любят, покупают компакт-диски с записью музыки, опять же. Но они не могут понять, что же музыка такое говорит. Но без этого уже жить невозможно. Хотя я, конечно, музыку бы искоренил полностью из человеческого обихода, как мешающую жить. We'll be right back.
одна из самых смешных историй, связанных с поп-механикой. Тогда был фильм, который сделал Николай Абухович, фильм «Диалоги». И мы с Чекасиным что-то делали, я не помню, в клубе «Маяк». Ну, была такая обычная тусовка, масса людей принимала участие. Опять же, Гребенщиков, Цой. Это огромная тусовка, это все документировалось. Абухович, Дима и Масса, они все это снимали, а потом смонтировали фильм там, «Поп-механики». Вот, и фильм показали Легачеву Егору Кузьмичук, который тогда занимался всей «Диалогией». И он там по горячим следам он высказался о том, что это ужасно, все это чудовищно, и что это просто какая-то непонятно, что это никому не нужно, и это какая-то глупость, и непонятно, зачем все это делается. И поскольку это как бы, ну, когда это звучит в уста главного идеолога, это, естественно, все должны были прислушаться, естественно, они прислушались. Тут же начались какие-то приглашения меня куда-то. Но это традиционное приглашение куда-то и беседы со всеми. Но здесь самое любопытное было, что была специальная комиссия, которая приехала из Москвы, комиссия ЦК партии, для того, чтобы у них был круг вопросов определенный. И один из основных вопросов был понять, что это такое поп-механика, почему Легачев, значит, сказал, и что это такое. Поэтому они решили посмотреть. А поскольку концерт надо было организовывать, чтобы посмотреть, они предложили зал обкома партии, Октябрьский. Вспоминаю просто грандиозный, чудовищный концерт, совершенно невероятный, большой. Почему мне дали все? Пока до меня вызвали тогда в Ленконцерт, сказали, вот, мы готовы дать все, будет специальная комиссия, они будут сидеть, значит, смотреть. Что мы там только не творили, я не помню, какие-то выстраивали сооружения, там... В то время, когда играл Шостакович, мы там рубили какой-то лес, какие-то палки. В общем, что-то немыслимое. Стригли людей, девушек на лосо. Я не помню, это вот первый концерт под механики в Октябрьске. Невероятно чудовищный концерт был такой, но очень такой, я вспоминаю о нем с удовольствием. Такой классный был концерт. Все, концерт закончен, зал все нормально, в полном недоумении. Заходит ко мне человек, говорит, поднимитесь к директору. Я поднимаю директору, такой еще вспотевший, запыхавшийся. И стоят люди такие, разные-разные, мужчины, женщины, пиджачки, аккуратненькие, такие строгость на лице. Такая гробовая тишина. И все так поглядывают, косят глазом на этого человечка. И молчание. Я, естественно, там жду, растерялся так. Потом этот человечек делает шаг вперед и говорит, замечательно. Поздравляю, это большая удача. И все люди начинают тут же сжать мне руки и говорить, ой, как здорово, вы знаете, очень необычно, но как здорово. В результате я понял, что как бы от человека зависело очень много, то есть ЦК партии, судя по всему, человек, и как бы партия дает добро. То есть как бы это включается в идеологическую машину. Что-то я не то говорю, глупости какие-то. Мне не нравится то, что я говорю. Как только вы просили говорить серьезно что-то, я сразу начал говорить какие-то глупости.
Я, по большому счету, не музыкант вообще. И музыкой, в принципе, мне заниматься совсем не интересно. Я просто этим занимаюсь с 4-летнего возраста, занимаюсь этим каждый день. Я без этого уже не могу. Это просто уже органичная какая-то часть меня самого. И поэтому я этим занимаюсь. Но это не то, что является для меня важным, по большому счету. Потому что мне кажется, что музыки для себя, во всяком случае, я решил все проблемы, я уже понимаю все, что мне нужно. И себя в качестве, скажем, музыканта я уже практически не воспринимаю. Хотелось бы, я очень ценю публику, я очень ценю людей, которые приходят в зал. И я всегда хочу, чтобы они получили удовольствие, удовольствие с большой буквы. И в то же время я стараюсь, чтобы мне самому было интересно делать конкретную программу. На концерты были, я сейчас вспоминаю, они настолько дикие какие-то, знаете, такая. Ну, как бы, я говорю, тогда не было рефлексии, было желание уверенности, правильности того, что делаешь, плюс ко всему ощущение свежести и радости от того, что делаешь на сцене. Когда уже очень много музыкантов, которые там принимали участие, они уже достаточно знамениты, достаточно известны, и как бы профессионалы высокого класса в своей области. И они, как бы, им уже доставляла радость просто не просто музицировать, а вытворять что-то на сцене, там, что-нибудь такое, что почти не связано с музицированием. Это было вот ощущение, то, что я говорил, ощущение свежести, ощущение нового звучания, ощущение нового качества на сцене. Ищем выхода там, где его уже быть не может. Мы от искусства требуем какой-то духовности, требуем чего-то нового, невероятного, ожидаем. Но мы требуем от тех форм, которые, в принципе, уже несостоятельны. Потому что одним и тем же заниматься человечеству наскучило. И все возвращается, пересматриваются все основы. Основы театра, основы музыки. Как бы все исчерпало себя. Я очень рад, что сейчас все это рушится. Очень приятно просто ощущение. Когда стоишь у истоков чего-то нового, всегда ощущение полета, возвышенности и такой радости. Вот у меня как бы, с одной стороны, сожаление о том, что рушится мир искусства,
все это. А с другой стороны, радость от того, что сейчас начнется что-то, что-то появится такое невероятное, что просто, просто руки начинают трястись. В эту среду специальные бактерии начинают туда проникать и обитают свое место жизни там. То есть мы приходим к образу такого прачеловека. Зафиксировано изначальное семейство различных бактерий. Среди них разного рода традиционные образцы, которые встречаются на корпусах судов, на каких-то основаниях гидроэлектростанций, но выделенные нами и реанимированные в искусственных условиях бактерии вошли в широкий художественный процесс, который позволяет нам сейчас создать уже некий сплав живой и неживой природы. И природа живая, синтезированная, уже оставляет определенные следы. Вот эти следы определенной жизнедеятельности бактерий. Поскольку практически разрушилась основная социальная иерархия и все социальные институты, они как бы потеряли всякий смысл, то сейчас очень важным становится какая-то ячейка, которая могла бы сохранить какой-то смысл. Человек будет ощущать себя спокойно, уверенно, и в основе его социального бытия будет лежать его дом. Для меня семья, например, очень важна. Я очень люблю, когда детки, когда приходишь домой, дети, все там, уроки, школа. Мне очень приятно, внуки, дети, очень мне нравится. Это вот то, что основа, о которой я говорил, то, что ощущение дома. Дома. Очень важная штука.